Ребята, сейчас работаем вот с этой частью в районе подоконника. Ну, сбоку от подоконника. Анза Интек. Немножко раствора у меня остался. У меня раствор еще гипсовый, шпаклевка. Сейчас мы с вами ей поработаем. Тут труба уже подходит прямо вот вплотную. Ну вот шпатель еще пролезает, но так с большим трудом. Последний почти раствор у меня. Зла поменьше, 25-й. Так, ставлю подоконник. Отлично. Мажем под самый подоконник. У меня это получается, потому что я все это уже сделала штукатуркой. Пену, я вам говорила, я подрезала прямо под самый подоконник ножом, пухом. Вы видите, что пена у меня пошла сразу в первый день. Вот, у кабеля я подвязала эту пену, и сразу вот 134 тысячи человек меня посмотрело. Понимаете как? Пена для них была ноу-хау, что пены можно стопорить, чтобы не вывалились все штрабы. Белья. Так. Сюда сейчас идет. Давайте попробую заложить раствор. Так, ребятки, я загладила как могла. Завтра с вами тут еще потрудимся. Все, на сегодня я заканчиваю. Все у нас хорошо, все у нас сохнет. Вы молодцы, что меня поддерживаете. Пишите комментарии, ставьте лайки. Завтра встречаемся, доделываем этот угол и идем на коридор. Все, всех обнимаю, пока.